Сегодня на Уфа-арене начались мероприятия в рамках недели звезд хоккея. Первым звездным гостем хоккейной столицы стал заслуженный тренер Советского Союза и России Владимир Юрзинов. Владимир Владимирович организовал свой уже традиционный тренерский семинар. В этот раз его слушателями стали тренеры из Дюшор Салавата Юлаева и других хоккейных школ нашей республики. Специальными гостями теоретической части семинара выступили бронзовые призеры молодежного чемпионата мира Кирилл Капризов и Михаил Воробьев. Затем действие переместилось на лед, поскольку Юрзинов перешел от теории к практике. Хоккеисты уфимского «Талпара» и так тренируются каждый день, но сегодня это занятие для них провел легендарный наставник. Отработав целый час на льду Уфа-арены, «Талпаровцы» уступили место командам, которым предстоит завтра сразиться за Кубок вызова. Среди игроков сборной «Востока» Кирилл Цулыгин и Никита Циркуль, а в тренерском штабе Константин Полозов. Ну а к Владимиру Юрзинову тем временем присоединились почетные гости. Александр Медведев, Алексей Морозов и Алексей Яшин приняли участие в продолжении семинара. Разговор с местными тренерами был посвящен проблемам развития молодежного хоккея. Завтра программа «Недели звезд» продолжится. В 13:00 по уфимскому времени матч за Кубок вызова.